Биздин Кыргызстанда резонанстуу мындай окуялар көп эле болгон. У нас убили в свое время почетного консула Суаркадыр в Кыргызстане возле гостиницы «Тостук». Правильно же? Потом у нас сожгли автобус целый. С китайскими бизнесменами. Помните, да? Да, было. Это все преступления одной цепи. Почему это дело происходит? Это же не тот мотив, когда убийство возникает, человек шел мимо, решил кого-то ограбить и решил сразу убить. Это такие вещи, они готовятся заранее. Есть сговор, есть исполнитель, есть организатор. Да. Вопрос в том, что надо это признать. В Кыргызской республике одни из основных источников дохода преступных группировок является наркотрафик и серый импорт, то бишь контрабанда. Там, и черный нал, неконтролируемый. Там крутятся огромные деньги. Если верить официальным данным казахской таможни, в год через Кыргызскую республику проводится контрабандных товаров на 4 миллиарда долларов. А это там, ладно? Где есть большие деньги... По официальным данным Национального банка, через Кыргызстан в год проводится 14 миллиардов долларов наличными. Естественно, а криминал, что будете сидеть смотреть, что ли? 14 миллиардов люди Кыргызстан возят.